Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем чистить унитаз от известкового налета, ржавчины. Сам унитаз более-менее чистый, но вот внизу, там, где отстаивается вода, она у меня плохая и образовывается ржавчина, известковый налет. Мы проверим с вами один способ, о котором я много слышал, но ни разу не пробовал. Почистим унитаз с помощью щавелевой кислоты. Купить ее можно на рынке, в магазине, там, где все продается для пчел. Досмотрите обязательно это видео до конца, и вы узнаете, работает ли этот способ. Мне тоже будет очень интересно. Ну что, вы готовы? Поехали! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Первое, что нам нужно сделать, это откачать воду. Как вы будете делать, это уже ваше дело. Я буду откачивать пластиковым стаканчиком. Можно развести и в этой воде, но когда мы вычерпаем, концентрация будет намного больше. Разводить нужно 100-150 грамм щавелевой кислоты и заливаем горячей водой, не кипятком. То же самое в унитаз льем теплую воду, не горячую. Она хорошо растворяется. Как раз то место, где отстаивается вода, где ржавчина у нас. Если у вас известковый налет под ободком или на стенках, берем бумагу, салфетки. Их нужно намочить в этом растворе щавелевой кислоты и разложить по всем стенкам унитаза. И оставляем на полчаса. Полчаса прошло, я вижу, прошла какая-то реакция, пузырьки появились, потемнела водичка. Берем ёршик и чистим, как обычно. Но судя по ёршику, я вижу, что кислота работает. Посмотрите на этот ёршик. Давайте смоем и посмотрим результат. Я в шоке, очень доволен результатом. Белоснежный унитаз без особых усилий. Метод реально работает. Берите на заметку, поделитесь этим видео с друзьями, близкими, знакомыми. Им это видео будет тоже очень и очень полезным. Спасибо за внимание. Всем удачной, легкой чистки и до новых встреч. Скоро увидимся.